Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в эти минуты проводит встречу с участниками СВО и ветеранами. Встреча проходит в Доме народного единства. Наш губернатор устраивает очень значимое мероприятие для всех нижегородцев и в основном для бойцов, которые находятся в зоне специальной военной операции и которые вернулись. Такие мероприятия всегда нужны. Помощь в тылу – это очень важная часть, что и тогда была, что и сейчас. Именно находясь на таких мероприятиях, мне как ветерану боевых действий, участнику специальной военной операции, очень приятно то, что чувствуешь именно свою значимость для нашего народа, для нашего государства, что мы можем не только на войне себя показать, но и в мирной жизни. Немаловажно, когда человек возвращается оттуда, и очень приятно, когда участника приглашают на такие высокие, почетные мероприятия. Чувствуешь значимость именно для государства, того, что мы делали там. Сегодня у нас еще уникальный день, потому что мы встретились с вами накануне Великого дня, Дня Великой Победы, 9 мая. Понятно, что завтра мы все вместе будем чествовать ветеранов, тех, кто остался с нами, тех, кто жив, участников войны. Я думаю, что вы, те, кто сегодня присутствует здесь в зале, кого я вижу, награды на груди, лучше, чем кто бы то ни было, понимает стоимость этой победы. Стоимость, цену каждой пяди земли и за каждый метр, за каждый подвиг, который был совершен, огромное вам человеческое спасибо.